Магазин Android 55, mi55.ru приветствует вас на своем канале. Мы представляем вам очень необычную штуку. Очень необычную. Даже не знаю, в каком месте начать читать ее название. Это будет у нас, вероятно, но я на всякий случай хочу уточнить, апдейт 3D голографик дисплей. Голографический дисплей это. Голографический дисплей, для да. Для голографических изображений. Для кастомазить, да? Кастомазить это что такое? Не парься. Ну, для каких-то пользовательских, видимо, фотографий и видосиков, да? High definition поддерживает, да? Не стоит галочка, но возможно. Не, не. А, не стоит, но возможно, да? И Wi-Fi тоже не стоит, поэтому не смотрите на Wi-Fi. Мы практически уверены, что никакого Wi-Fi в этой штуке не будет. Да, может и будет. Ну, может и будет. Посмотрим. Сейчас мы узнаем, что нас ждет внутри этой коробки. А пока посмотрите на наши замечательные наушники HOKO и AWAY, а также BASUS. Ну, потому что мы продаем кучу всякого интересного товара. Это в магазине смотреть. Это можно в магазине смотреть, да. Но кое-кто смотрит наш канал и хочет знать, а кто мы такие вообще, почему мы вскрываем эту штуку. А мы ее вскрываем, зачем, да, она эта штука будет у нас, возможно, она у нас будет, если это вообще окажется то, чем то, что мы ожидаем увидеть. У нас в магазине. Итак, у нас здесь коробочка. Коробочка с блоком питания. За кому это надо? Конечно. С китайским блоком питания. Хороший. 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 Здесь у нас есть пульт. Пульт с двумя кнопочками и антенной. Да. Отлично. Если что, я возьму эту штуку лебедкой управлять. Так, здесь у нас есть два картридера и какие-то шурупчики, какое-то крепление. Видимо, можно закрепить этот девайс где-нибудь на стенке или на столе, или еще где-то, чтобы не свалился случайно. И, собственно, оно само, сам вот этот вот апдейт 3D голографик дисплей. Почему апдейт? Меня это как-то настораживает. Это будто бы это добавление к чему-то. Это да. Это новый шаг в развитии технологии 3D. То есть изображение. Нет, а что он дополняет? Технология. Обновленная 3D голографическая технология. Ну ладно, хорошо. Итак, внимание. Вот оно, вот оно. Сейчас я сниму вот это и вот это. Все равно и вот это. Опа! Хотя можно включить, может быть, там будет что-то это. Смотрите. Смотрите, вот здесь у нас есть питание. Здесь у нас вот этот вот есть ласточкин хвост, да, это называется. Кронштейн это немножко по-другому называется. Мы назовем, ну, а-ля ласточкин хвост. Какое въезжает, дело? Потому что сюда такая штука. Ну ладно, я понял. Меня вот что смущает. То, что вот это вот будет сюда вот так вот включено. И вот здесь вот как-то это все немножко странновато. Так там, на мой взгляд. Торчать будет. Так вот именно. Вот так вот, так вот, вот, так вот именно. Вот, ну так вот, ну, и вот, вот ему и хватит. Ну как то вот это вот усаживается в стенку. То есть это. И вот он сходится, и вот здесь достаточно. Вот так это будет, да? То есть вот так это будет. Я не знаю. И будет крутиться. Вероятно, да. Давай, и мы будем убрать. Посмотрим. Ну что ж. Это? Надо освободить место. Думаешь, так начнет его здесь, может, там расколбашивать? Демка какая-нибудь. Расколбашивать, что прям. Нет, я тогда. Ну что, я говорю, чтобы лопастями нас не зацепило. Ну вообще, скорее всего, я не вижу здесь нигде порта. Скорее всего, я думал, здесь где-то это должно вставляться. Да, да? Конечно, вставляется. А где? Ну, флешка же есть. Есть, а куда? В какое место? Наверняка вставляется куда-нибудь. Микро-USB, может быть. Нет? Вот, вот здесь вот какая-то. О! Это, короче, для того, чтобы записывать на нее в компьютере ридеры. А сама флешечка вот здесь вот маленькая вставляется. Вот.
Вот она, заглушечка. Видимо, а может и флешечка прям. Опа, вытащил я ее. Опа. Ну, да, вот заглушечка. Ой, слушайте, нет. Прям нам в комплекте дали какой-то подарочек. Давай запишем, там есть что-нибудь, я думаю. Там, скорее всего, есть что-то, да? Какая-то демка. Поэтому мы попробуем прямо сейчас эту штуку включить и посмотреть. Как же я теперь ставлю назад-то? Зубочистку возьму. Зубочистку? У меня ничего в зубах не застряло. Ну, вот экстрактор. Экстрактор? Давай попробуем экстрактором. Опа! Спасибо. Ну ладно, отлично. Пульт, подставочка. Девайс. Думаешь, надо подставочку? Ну, она не будет, скорее всего, стоить на этой подставочке. Давай поставим его вот, вот, вот сюда. Вот. Хорошо. Если она начнет крутиться, она нам вот сейчас снесет. Не снесет. Не вот снесет? Так вот. Ну, ты руками вот так и держи. Все. Она меня снесет. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Но только надо, чтобы кто-то включил, а я буду придерживать. Хорошо. Так, все готовы, я надеюсь. Это не трансляция, если что. Так что... Серьезно? Да. Я думал, что я в... В прямом эфире. Нет, я решил записать качественный ролик. Ёшкин поварёшкин! Ё! Держи! Ух, ё! Вы не видите, что вижу я, у вас-то это все крутится, а я вижу, видел только что клубнику. О, реклама Кока-Колы! Ё! Ничего себе! Это вот висит. Это да! Ой, блин, я хотел пальцем потрогать. Тебя рубанет, тебе руку. Вот это техника, вот это да. Вот я в восторге. И сколько это будет стоить? Это не продается. Нет, ну все-таки. Я не знаю. Это 10. Но, к сожалению... О, страшно было, да? Будто бы полетелось. К сожалению, мы с помощью моего смартфона не сможем передать изображение. Реально, картинка выглядит гораздо интереснее, чем то, что я вижу на экране. Видать, частоты смены кадров, что ли, не хватает, да? Да. Потому что то, что я вижу, вообще шикардос. Может быть, я потом попробую изменить режимы какие-то или снять на что-то иное. Ну, только что шумно, да? Это из-за того, что я и выехал на звук. А-а-а. Ну, если кто не понял, то есть на картинке сейчас вы видите, что будто бы что-то вращается. А для нас, зрителей, которые находятся вот здесь вот рядышком, может быть, я вот так рукой буду водить, что-то изменится. Нет, не изменится. Ничего не вращается. Мы видим просто стоящую картинку. В данном случае я вижу бутылку, которая горлышком направлена на меня. Вот. Сколько это будет стоить и где это можно купить, если не у нас, я обязательно сообщу в описании к данному видео. Думаю, что это будет вам интересно. Это может стать украшением любого заведения, любого магазина. Ну, где не сильно страшен шум. Потому что все-таки есть от этого устройства звук. Ну все, мы просмотрели полностью по кругу, да? Звук не смертельный, но если да, в полной тишине, конечно... Бьет, не-не-не, шум, шум вентилятора. Его слышно, конечно, для... Нет, ну я же убирал, ничего не было слышно. Это просто его сейчас... Ну, может быть, на стенке это будет по-другому. Здесь у нас все-таки это не оптимально. Если открытое будет пространство... Это будет... посмотреть, в каком формате записано, потом вы где-то в 3D-модели, вероятно. И можно будет тогда... Да, в общем, ждите, ждите появления продолжения этого ролика. Возможно, позже мы что-то еще интересное опубликуем.
У нас же здесь есть еще пульт. Мы, видимо, могли с помощью пульта эту штуку включить и выключить. Мы это не испытали, но это, скорее всего, именно так. Вот. Ну все. Спасибо за внимание. Покупайте наших слонов. А, в смысле, наши смартфоны Xiaomi. Продукцию. Wei, Hoco, Basis. Беспроводные зарядки. Автомобильные держатели с функцией беспроводной зарядки, пауэрбанки с функцией беспроводной зарядки. Естественно, подписывайтесь на наш канал, мы будем привозить такие странные штуки и делать на них обзоры, рассказывать о том, какие странные штуки можно приобрести в Китае, а потом или у нас, да. У нас не странные штуки, а странные штуки только в Китае. Все, еще раз спасибо за внимание. Привет вам от магазин Android 55, не 55, город Омск. Хорошего вам дня или ночи.